Здравствуйте, меня зовут Анна Васильева, мне 14 лет, и я живу в городе Турку, Финляндия. Я буду рассказывать стих Юлии Друниной «Зинка». Мы легли у разбитой ели, ждем, когда же начнет светлеть. Под шинелью вдвоем теплее, на продрогшей гнилой земле. Знаешь, Юлька, я против грусти, но сегодня она не в счет. Дома, в яблочном захолустье, мама, мамка моя живет. У тебя есть друзья, любимый, у меня лишь она одна. Пахнет хатик вошней и дымом, за порогом бурлит весна. Старой, кажется, каждый кустик беспокойную дочку ждет. Знаешь, Юлька, я против грусти, но сегодня она не в счет. Отогрелись мы еле-еле. Вдруг приказ выступать вперед. Снова рядом, в сырой шинели, светлокосый солдат идет. С каждым днем становилось все горше. Шли без митингов и знамен. В окружении попал подольше наш потрепанный батальон. Зинка нас повела в атаку. Мы прорвались по черной ржи, по воронкам и буеракам, через смертные рубежи. Мы не ждали посмертной славы, мы хотели со славой жить. Почему же в ментах кровавых светлокосый солдат лежит? Ее тело своей шинелью укрывал я, зубы сжав. Белорусские ветры пели о рязанских глухих садах. Знаешь, Зинка, я против грусти, но сегодня она не в счет. Где-то в яблочном захолустье мама, мамка твоя живет. У меня есть друзья, любимый, у нее ты была одна. Пахнет в хате квашней и дымом, за порогом стоит весна. И старушка в цветастом платье у иконы свечу зажгла. Я не знаю, как написать ей, чтоб тебя она не ждала.